Приветствую всех, друзья! Заканчивается год, который был, скажем так, достаточно сложным, достаточно необычным. Я думаю, что ни у кого в жизни не было такого года, как этот был наш високосный год, скажем так. Он нас удивил. И вот он подходит к концу. И слава Богу! И вы знаете, для кого-то этот год был трагичным, для кого-то год этот был необычным, а для кого-то этот год вообще просто был годом возможностей. И вот с этой позиции я хочу поговорить, потому что наша жизнь настолько изменилась, что она уже не будет той, как раньше. Раньше все-таки какая-то стабильность была. Но сейчас вдруг раз в один момент все перевернулось, все пошло по-другому. И нам надо подстроиться. Это называется жизнь, это поток жизни. Противостоять нет смысла, надо найти нужное течение, лучшее течение, чтобы двигаться, продвигаться, развиваться и получать удовольствие от этой жизни. Ведь по большому счету мы всегда к этому стремимся. А что для этого надо? Для этого, конечно, надо изменить как-то себя, поменять свои взгляды, потому что, скажем так, многие хотят изменить весь мир, но мудрые люди начинают с себя, меняют себя, и меняется весь мир вокруг них. И это лучшее, что мы можем сделать. И про это нам все говорят. Потому что действительно в нашей власти только мы сами. Только мы сами можем как-то изменить и повлиять на себя. Хотя это очень сложно. Вы знаете, это самая сложная, самая тяжелая работа – это менять себя и работать над собой. Почему мастера, достигшие высот, так ценятся? Почему их аура сияет? Люди становятся Буддами, потому что они посвятили время, меняя себя, потратили на себя, на проработку. Это самое ценное, это самое важное, это то, что мы можем забрать с собой. Но тем не менее, скажем так, в этот же самый момент мы пришли сюда, в эту жизнь, чтобы получать удовольствие от жизни, чтобы наслаждаться этой материальностью. Именно за этим материальным опытом мы сюда пришли. И чтобы получить лучшее из него, все равно нужна какая-то трансформация. Трансформация своих взглядов, трансформация своего поведения, трансформация своего отношения к чему-то. И опять же, лучше это делать на добровольной основе. Тогда изменения будут происходить самым мягким образом, еще и в удовольствие, правда? Не надо же ждать, когда наша жизнь ударит, скажем так, веслом по одному месту, чтобы мы зашевелились. Лучше всегда делать, как я говорю, baby steps, детские шаги в каком-то направлении. Или еще мне нравится выражение Елены Блиновской, да, я много у нее тренингов прошла, но она говорит такую фразу: ну не можете вы двигаться, не можете себя заставить, ну хотя бы лежите головой в этом направлении, в каком вы хотите добиться результата, понимаете? То есть все равно хоть какое-то усилие мы должны приложить сами. Мы должны сами что-то сделать добровольно. И это ключевой момент, потому что на самом деле наш мир создан на основе первого космического закона – это свобода воли. То есть мы добровольно должны выбрать. И никто нас не может заставить, мы должны сами выбирать. И вот когда это идет добровольно, тогда получается самое хорошее случается в нашей жизни. Но если мы не хотим, извините, нас пинками куда-то-то допихают, и мы тогда что-то все-таки выберем нужное нам, но это может быть через много боли, через много травм, через много слез. Ну почему бы тогда не выбрать лучший, легкий путь, меньшего сопротивления? Потому что из закона физики мы знаем, что сила действия равняется силе противодействия. То есть если мы будем упираться, противодействие будет на нас еще сильнее. Поэтому вот давайте с такой народной мудростью, как говорят, ласковый теленок двух маток сосет. Вот. И мы также как-то мягко, выбирая легкий вариант, приятный, ненавязчиво. Потому что вот я сталкиваюсь с таким, да, что люди почему-то думают, что вот эти все изменения, это как-то неинтересно.
То есть вот все, что негативное, там пить, курить, лежать на диване, там кауч-потейто быть, да, есть все невкусное, все это неинтересно. Почему-то всегда такой стереотип есть, все вегетарианцы жутко страдают, и они хотят страшно мясо, просто не позволяют себе этого на людях, а втихаря где-то его едят, да. Или те люди, которые идут в спортзал, что они прям вот там так мучаются. Я знаю людей, которые получают удовольствие от вегетарианских продуктов, да я и сама люблю их, обожаю, и мне это нравится. Вот. И спорт людям приносит удовольствие, они просто не могут уже без этого. То есть много положительного, просто как ты на это посмотришь. И вот сейчас как раз конец нашего года, и это то самое время, когда мы можем подвести итоги и выбрать для себя на следующий год путь развития. Потому что очень важно создать какой-то план. Если у вас есть план, вы куда-то идете, да, вот как мистер Фикс. Есть ли у вас план? Да, есть у меня план. И тогда ты знаешь, куда двигаться. Если у тебя нет никакого плана, то с тобой будет то же самое, как бы что-то будет случаться, но это просто случается, непонятно что. И все твои мечты так и останутся какими-то непонятными фантазиями и чем-то нереализованным. Потому что, по большому счету, если ты что-то хочешь, ты должен создать себе какой-то план, как ты будешь двигаться в этом направлении. И вот это главное. Потому что, как бы мы ни смотрели, да, в нашей Вселенной все троично. И люди делят там, допустим, религии, это делят на божественные аспекты, да, еще что-то. Любой аспект, который мы возьмем, он у нас троичен. Ну вот, допустим, троичность Вселенная для меня выражается в таком аспекте, да, допустим, есть материальный слой, есть энергетический слой и есть информационный слой. Это тоже троичность. И вот посмотрите, допустим, если мы обладаем хорошей информацией, да, и мы тут же информацию узнали, потратили какую-то энергию, мы можем получить хорошую материальность какую-то, да, или в денежном эквиваленте монетизировать это, или еще что-то, то есть приложить усилия. Или, допустим, если мы что-то делаем материально, что-то сотворяем, да, мы вложили какую-то энергию, вот вещь какую-то, допустим, делаем какую-то шкатулку руками своими, да, мы материально там что-то лепим, приобрели, заговорилась, материалы, да, мы потратили свою энергию собрать, создать красоту, и потом уже это идет как информация, люди видят ее, и опять же мы можем монетизировать это, нам за это дадут. Допустим, ученый что-то изучает, тратит силы, делает опыты на материальном уровне, да, потом это выдает, ему дают Нобелевскую премию за какое-то открытие, то есть эта информация поразила весь мир. Все взаимосвязано, можно крутить с разных сторон. Но как бы мы ни крутили, нам надо закрутить так, чтобы наш следующий год был уникальным. Уникальным, чтобы мы стали лучше, лучшей версией себя, чтобы в финансовом отношении мы стали более богатой версией себя, более такой доход пошел, чтобы здоровье у нас прибавилось, а не убавилось, несмотря на то, что годы прибавляются, да, можно, скажем так, возраст прибавляется в паспорте, мы считаем паспортный, а биологически уменьшается, так тоже можно сделать. То есть есть разные варианты развития, но что нам надо сделать? Нам надо выбрать. И вот это очень хорошо. До Нового года осталось у нас где-то примерно 5 дней, если я не ошибаюсь, да. И вот сейчас очень хорошо сделать такие шаги, подвести какие-то итоги. Первое, что я вам рекомендую, да, подготовиться к Новому году, это убрать все лишнее, все, что у вас есть, все, что не надо, закончить какие-то дела, облегчить себя, потому что в первую очередь все незаконченные дела на энергационном уровне, они висят на нас как якоря, и они подсасывают с нас информацию. И часто мы вроде ничего не делали, а мы усталые. Почему? Потому что на подсознании висит куча этих дел, которые мы должны сделать. И вот почему рекомендуют сделать генеральную уборку, избавиться от ненужных вещей, повыкидывать старое. Допустим, если есть такая практика, что 2-3 года ты не пользуешься вещью, то все, ты ей не будешь пользоваться, отдай ее кому-то. Можешь порадовать, допустим, там бедных людей, отдать, если жалко выбрасывать.
или выбросить. То есть как ты готов, но к тебе не придет новое, пока ты не отпустишь старое. И вот давайте мы сейчас отпустим все это старое, что у нас есть. Весь этот хлам, который нам не нужен. Давайте мы что-то сделаем совсем по-другому, освободим пространство. Прекрасная идея, можно почистить телефон. Знаете, даже вот контакты, когда ты чистишь, начинаешь, там несколько лет не чистил, смотришь, ты понятия не имеешь, что это за фамилии, что это люди. Но если ты их уже не узнаешь никак, ну, наверное, они не нужны в твоем телефоне. Освободи место, освободи. Танечка, привет, благодарю за комплимент. Освободи место. Позволь новым интересным людям войти. Возможно, ты уже так развился, возможно, ты на других вибрациях, у тебя нет ничего общего с этими старыми людьми. Но тогда освободи место для новых людей, чтобы какие-то люди солнечные, интересные вошли в твою жизнь и доставили тебе удовольствие общения с интересными. Зачем? То есть вот это прекрасно, почистить свои девайсы. Телефоны, там, айпэды, все, что ненужное, старые игры ненужные, в которые ты давно не играешь, удаляй, удаляй. Имейлы ненужные, удаляй. То есть вот эта чистка, она дает мощную разгрузку, освобождается энергия. Сделайте это, и вы почувствуете, как вам действительно стало легче. Все тренинги, которые я проходила, тренинги личностного роста, они начинаются с того, что тебе дается задание. Взять мусорный пакет, из комнаты выкинуть по 30 вещей. По 30 вещей. И желательно, чтобы это были не вещи сына, обычно детские там. Детский хлам мы с удовольствием выкидываем, легко и просто, да? Вот. Нет, не вещи сына, не вещи мужа, там, не вещи родные, свои. То есть разбор косметики, разбор своего шкафа, разбор всего. И вот эти свои с каждой комнаты по 30 вещей ты должна выкинуть. С кухни можно выкинуть больше, там, как правило, баночек набирается, захламляется намного больше. То есть вот это будет шикарная подготовка к Новому году. У вас освободится энергия. Хорошо, пойдем дальше, да? Обязательно надо определиться, что бы вы хотели вот в новом году получить. Многие создают там доски желаний, есть практики, здесь еще что-то. Но вы знаете, я на этих практиках была, и получается такая ситуация. Люди делают какие-то стандартные желания. Вот что-то другие хотят, и люди хотят такое же. Ой, там все хотят дом, хочу дом. Ой, там хотят машину, я тоже хочу новую машину, хочу денег и так далее, и так далее. Но вы должны понимать, что деньги вы можете хотеть сколько угодно. Деньги не приходят просто так. Деньги приходят под идею. Если у вас есть идея, если у вас есть искреннее ваше желание, а не то, что навязано, и вы посмотрели, как у других, и вроде как тоже захотели, потому что это круто. Нет. Должна быть искренняя ваша внутренняя потребность. И вот тогда на вашу идею придут деньги. Потому что деньги – это слуги идей, а не задниц, обтянутых в шелка. Это разные вещи. Так они приходят, какая-то уникальная идея, и они пошли, человек загорелся, и он даже не думает о деньгах, он получает удовольствие от процесса. И как побочный эффект к нему приходят деньги, приходит вознаграждение, приходит благодарность совершенно неожиданным моментом. И люди благодарят его. И я могу сказать вам, как это бывает в жизни. Вот сегодня мне поступило, значит, от моей приятельницы, с которой мы вместе работаем в нашем коралловом клубе, да, идея, что она решила собрать девочками, кто сколько может дать, подарок нашему там известному нутрициологу, да. И вы знаете, вот я думаю, что человек даже не предполагал, что кто-то ему захочет что-то подарить. Но она столько сделала для нас работы, она нас настолько обучила. Она такой уникальный наставник, что каждый раз, получая от нее столько информации, вот искренне от всего сердца хочется сделать что-то для нее. И вот так же делает Вселенная. Когда вы что-то делаете искренне, она неизвестно откуда вас отблагодарит, она неизвестно откуда вас осыпет, неизвестно откуда найдутся какие-то средства на вашу идею. Но именно должна быть вот эта ваша искренняя эмоция. Понимаете, что такое emotion? Это эмоция в движении.
ваши эмоции в движении, они должны двигаться в вас, спектр радости должен играть в вас, захватывать вас, и вот тогда это получается. Но давайте поговорим о том, что если вы не можете определиться, какую бы вы хотели цель, хотя бы пойдите от обратного, что вам точно не надо. Пропишите, что точно не надо, вычеркните и поставьте себе такую цель, что я обязательно в новом году найду то, что мне будет искренне интересно, то, что отзовется моей душе, то, что я буду делать с радостью и с удовольствием, то, что я хотела бы делать, даже если бы мне пришлось платить за это деньги. Вот вы знаете, вот как люди, да, допустим, они хотят идти учиться танцевать. Их это так заводит, что они идут и платят деньги за классы танцев. И они получают громадное удовольствие от этого. А потом они могут сами так вовлечься, что и сами стать тренерами или еще что-то, или создать там какой-то кружок, клуб и так далее. Но самое главное, что вот ты, когда искренне что-то любишь, ты готов платить за это деньги. То есть ты не смотришь, что «О, сколько я с этого заработаю? Да, мне вот это нравится, а какая моя выгода?» Нет. Всегда люди просто начинают делать, потому что они любят это. Им нравится, они хотят изучить, и они даже тратят на это свои деньги. Но потом это возвращается совсем по-другому. Вот я много знаю, что тренера йоги, они пошли, платили деньги, занимались, а потом сами стали тренерами и сами понесли это знание. И это знание уже стало им давать деньги. То есть если вы в такой ситуации, что вот как-то ничего вас не увлекает, не увлекает, как бы так, интереса такого нет, хотя бы позвольте себе поставить такой вопрос, чтобы найти что-то, найти, что будет радовать вашу душу, чтобы бриллиант вашего сердца засиял и заиграл. Найдите, это тоже громадная цель, найти в своей жизни, от чего я буду получать удовольствие, что мне будет нравиться, что будет меня двигать, что прям вот заставит меня просыпаться утром с энтузиазмом. Вот Джо Диспенза на это говорит, у него есть такой термин, значит, как это, забыла чуть-чуть, он на английском говорит, синдром школьного автобуса, вот как это называется, синдром школьного автобуса, и он говорит, когда, помните, первый раз в школе у вас был вот там экскурсия, да, и вы утром встали раньше всех, и вы оделись, и вы ждали, когда мама соберется, то есть вы совершали необычные действия, вы были так вдохновлены, что и проснулись раньше там, обычно вас родители будили, а тут вы вскочили сами, все. Вот этот синдром школьного автобуса, он говорит, вот это основа, заведите в свою жизнь, синдром школьного автобуса. И вы будете просыпаться с нетерпением, что вам этот день принесет, какую радость доставит. И вот это будет вас двигать. И это будет приводить самые лучшие события в вашу жизнь, самые интересные. Понимаете? Вот задавайте себе вопрос, что еще удивительного случится со мной? Вот это очень важно, ввести эту emotion, энергию в движение, да, наши чувства в движение. Поэтому я предлагаю вам вот задуматься над этим и определиться, хотя бы начать поиск, что же будет вот так сверкать в вашей жизни, что будет вашим движением, и с вот этого начнется. И это же опять лучше делать перед Новым годом. Но я могу сказать, когда есть понимание своей цели, да, все равно надо прописывать шаги, как двигаться к ней. Не загадывать, да, вот я хочу, чтобы у меня было то, хочу вот, чтобы было то, и там бумажку сжег, съел, выпил, да, и ты считаешь, что вот в конце года думаешь, так, бумажку ел, выпил, там что надо, а почему ничего не исполнилось? Да потому ничего не исполнилось, потому что ты ничего не делал. Почему-то все думают, что Бог, да, должен, ты сказал, я хочу, и он должен сделать это как-то. Но поймите одно, что Бог – это такое понятие, это аббревиатура, которая расшифровывается «бытия образ глаголющий». То есть вот когда вам говорили «вы Бог», «вы Бог», «вы Боги», вот это оно и есть. «Бытия образ глаголющий». У вас есть энергия Бога, вы с помощью ее каждый день просыпаетесь, двигаетесь. Вот эта энергия прана, ци, чи, как ее называют, это божественная энергия, которая вам дается каждый день, чтобы вы функционировали. Во сне вы ее набираете, днем вы ее тратите. Бог дал вам энергию, но вы
тоже аспект божественный, часть Бога. И вот это бытия, образ глаголющий, это как раз вы. Что вы глаголите, что вы несете в эту жизнь? Вот вы так и проявляетесь божественно. Как вы строите свою жизнь? То есть, чтобы достичь какой-то цели, вы должны глаголить определенный образ бытия, чтобы ваша жизнь двинулась в вашем направлении, в каком вы хотите. Вы создавать это должны. Вот это ваша уникальная божественность. Вот именно так она работает. Если мы еще учитываем космический закон, закон волеизъявления, свободы каждого, то, извините, Бог законы соблюдает свято. Если вы хотите лежать на диване, он вас не будет беспокоить. Имеете полное право лежать на диване. Лежите. Но это не значит, что на вас все свалится. Вас никто не будет беспокоить. Вы отдыхаете. Если вы решили двигаться, идти в каком-то направлении, вы должны двигаться, идти в этом направлении и заявлять, глаголить. Я хочу то, я делаю то, у меня такие шаги, я иду в этом направлении. Я Бог. Бытия – образ глаголющий. Я глаголю, как будет в моей жизни. Я строю планы, я их обсуждаю, я их фиксирую, записываю. Я глаголю, я строю свою жизнь. То есть ответственность надо взять на себя. А Господь Бог даст вам столько энергии, чтобы вы именно это бытие для себя создали. Какое вы планируете, какое вы хотите. И вот именно так оно работает. Поэтому задумайтесь над этим и проглагольте, начните глаголить, начните говорить, что же вы хотите, как это будет в новом году. Начните делать шаги. Если вы не знаете весь план, не страшно. Путешествие в 1000 миль начинается с первого шага. Сделайте шаг, оглядитесь, сделайте следующий шаг. Просто идите с потоком жизни, выбирайте лучший вариант движения. И самый простой. Вы знаете, что Вселенная, она не любит таких затрат бесполезных, да, там. Она всегда идет самыми наименьшими затратами. И поэтому посмотрите, что вам проще всего сделать на этот момент, что будет самым удобным, легким для вас и интересным. Так и выбирайте. Невыносимая легкость бытия. Как это прекрасно. С какой легкостью можно создавать жизнь. Сколько искристости. Чем выше энергия, тем она легче, тем она сиятельней. И вот этот образ начните глаголить, начните нести его, начните радовать. Измените свою жизнь. Сами себя Богом назовите и измените. Делайте действия, то есть это все в вашей воле. Вы это сделали, сделали как план, и начинаете следующий шаг концентрироваться на том, что вы все-таки себе там задумали, да, начните концентрироваться. И концентрация – это идет как размышление, да. Энергия течет, куда внимание влечет. Почему идет борьба на телевидении за наши рейтинги? Мыльные оперы, там еще всякие скандальные истории, жуткие новости. Все высасывают нашу энергию. Но зачем же ее тратить, куда-то отдавать непонятно на что? Это самое ценное, что есть в этом мире. Наша жизненная энергия жива. Начните ее тратить на себя, как боги, щедро. Начните концентрироваться. И начните думать над своим планом. Легко, играючи, и думать, а каково это быть безмерно богатым? Каково это быть, что у тебя денег столько, что ты их не потратишь? Если кого интересуют финансы, да? Если кого интересует здоровье, начните думать, а как это чувствуют себя люди, которые полностью здоровы? Если у вас есть какая-то болезнь, тут же диабет, вспомнить, а как это, как вспомнить, когда я был без диабета? Как мне стать здоровым? Как почувствовать эту легкость? Как почувствовать эту радость? Как жить без уколов? Начните думать в этом направлении. Начните думать, что я могу сделать для себя. Как я могу это привнести в мою жизнь? Начните размышлять, начните задавать вопросы, и вы начнете получать от Вселенной ответы. Сейчас уже доказано, что Вселенная живая, что наш мозг – это часть нейросети Вселенной. И когда вы в мозгу делаете эти вопросы, вам начинают идти ответы откуда угодно. Вам может попасться статья, вам может попасться вот я на Фейсбуке, и вы меня заслушаетесь и поймете, о, это вот то, что я хотела узнать.
Вот, знаете как? Или вот это очень интересно, она там сказала, подметила, меня это задело. Или, может быть, случайно включили радио и там что-то сказали. Может быть, ваш малыш подойдет к вам и что-то такое скажет вам своим таким еще маленьким детским языком, что вы скажете: «Боже мой, да какая же это мудрость, как я раньше об этом не подумала». То есть может быть все, что угодно, как угодно. Вселенная вам ответит, она вам даст знак, и вы это почувствуете. Почувствуете как? Вы на это обратите внимание, у вас это откликнется. То, что вам не надо, вы можете вообще никогда не услышать. Именно так работает наша Вселенная. Но, к сожалению, мы часто это используем в негативном аспекте. Что-то случилось, и мы накручиваем неприятности, неприятности, несчастье, несчастье. А потом есть пословица: беда, пришла беда, отворяй ворота. Почему? А очень просто, потому что вы сконцентрировались все в этом горе, ваша emotion, эмоции в движении выражают страшное горе, нейросеть вся бьется в горе, и Вселенная говорит: «Боже, она так всего этого хочет, она так на этом сконцентрировалась, конечно, мы ей дадим еще, видимо, ей это надо, ей нравится это чувствовать, она получает этот опыт, мы ей поможем», и дается горе больше и больше и больше. Почему, говорят мастера, выйдите хотя бы в нейтральность? Если вы не можете возвыситься, хотя бы перестаньте реагировать, перестаньте смотреть негативные новости, перестаньте накручивать себя. Сделайте первый шаг, хотя бы станьте нейтральными. Не можете быть нейтральными, не смотрите все вот эти гадости, которые вас там вот так вводят в состояние дрожания, нервов, злобы, агрессии. Не смотрите. Уберите это от себя, уберите, значит, вы еще не готовы этому противостоять, уберите и пойдите туда, где позитив, выберите хорошее. Это знаете как, вот допустим, вы же идете в магазин, вы выбираете продукты, которые лучшие для вас, которые вам нравятся, вот и здесь выберите вкусные эмоции, выберите хорошие новости, выберите счастливых людей. Знаете, как говорит, есть такая пословица: общайтесь со счастливыми, они заразят вас счастьем. Тот же самый Торсунов или другие тренеры, которые пытаются там научить, как выйти замуж, они тут же говорят: девушка, начните общаться с семейными женщинами, у которых хороший опыт семейный, и вот так вы тоже в это втянетесь. Это все обмен энергиями, знаете как, есть люди как уголь, рядом постоял и испачкался, потом 3 дня отмываешься. Почему? Потому что энергетика тебя испачкала. А есть люди как солнышки, рядом постоял и потом сияешь несколько дней. Так вот, давайте выбирать солнышки, давайте выбирать то, что нас поможет нам сиять, светить. Поэтому вот нужна эта концентрация. Прям выберите себе. Очень хорошо взять, допустим, какого-то человека, который для вас пример, да, это не обязательно может быть там Нельсон Мандела или там еще какой-то известный герой. Это может быть, допустим, тот же человек из соцсетей, который вам нравится, как он ведет, как он рассказывает, чего он достиг, да, такой интересный образ. Вы можете выбрать этого человека и начать думать в этом направлении. А каково вот испытывать такое-то? А каково сделать вот так же? А что я могу сделать лучше его? Как я могу дотянуться до его уровня развития? Это может быть живой пример, потому что если один человек смог это сделать, другой тоже может это сделать. Главное, чтобы он это захотел. То есть возьмите себе какой-то позитивный пример, который будет вам нравиться, от которого вы будете получать удовольствие. И можете даже за ним наблюдать, это тоже будет таким солнышком в вашей жизни. И вот думать, вот, а как бы, вот, допустим, она сделала, или вот как эти фильмы, да, Мэри Поппинс, да, а вот как Мэри Поппинс бы поступила в такой ситуации. То есть найдите себе какой-то пример. Даже когда вот я жила в Советском Союзе и родилась, нас же воспитывали на этих примерах героев. И мы думали этими примерами о героях. Мы хотели быть как Зоя Космодемьянская, босиком по снегу там и тоже не сказать ничего врагу. Это тоже определенный образ. Но почему бы нам не выбрать сияющий образ без страданий? У нас всегда герои были, это что-то такое, пытки выдержал или еще что-то. А почему бы не выбрать такого героя, который всех счастьем осыпал,
который несет просто радость, который может быть просто счастливая, хорошая мама, у него хорошие детки, сияющая семья, правда? Это тоже как замечательно. Человек создал такую ячейку, в котором люди живут и получают удовольствие и счастье. Как это много! Вся эта семья сияет счастьем. Это излучатель счастья. Поэтому герои могут быть разные. Может быть, какая-то спортивная девушка или спортивный юноша, как он себя привел в порядок, как он накачал мышцы, как он себя изменил. Главное, чтобы это был какой-то герой, который вас заинтересовал. И героем может стать любой. Вы знаете, для меня была героем одна девушка, которая просто изменила полностью диету. И так поменялось, что вот я смотрела на нее, думаю, господи, вот какая же у нее сила воли, какая она молодец, она нашла время, уделила, я просто знаю, как это тяжело. И я смотрела на нее и смотрела, как она стала, знаете, заливисто смеяться во весь рот, показывая все зубы. Это был такой счастливый смех, что я, ну, думаю, как здорово, вот как взять эту легкость, чтобы смеяться вот так же искренне от всей души. Как создать эту легкость? Это тоже может быть прекрасная цель, понимаете? Поэтому каждый выбирает цель по своему карману, что ему надо. Мы все индивидуальны, как отпечаток пальца, других таких нет. И ваша цель, она будет наиважнейшей именно для вас, потому что каждый уникален. Не надо равняться на других. Выберем свою уникальность, захотим чего-то своего и искренне получим от этого удовольствие. И ни в коем случае нельзя умалять свои ощущения и нельзя умалять свои цели. Потому что мы находимся в разных классах развития, разные у нас желания, у каждого свое. И для каждого есть свой бриллиант. И с этого начнем. То есть концентрация. И когда вы поконцентрировались, мы переходим к следующему шагу – медленное движение. Медленное почему? Потому что, вы знаете, вы первопроходец в этом направлении, вы ищете пути, как вам это делать лучше, как это встроить в свою жизнь. И сначала это будет получаться, не получаться. Один день сделали, другой день забыли. Но, тем не менее, главное, чтобы вы возвращались и продолжали это делать, и концентрироваться на этом, да? Вводили какие-то шаги. Допустим, вот как я училась правильно пить водичку, да, не сразу это получалось, я и забывала, и то, и все. Но сейчас у меня это уже на автомате. То есть я прошла вот эти медленные шаги, когда мне надо было вспомнить, когда мне себя надо было заставить, когда мне надо было распробовать этот вкус воды, да, организоваться как это, чтобы эта вода всегда была со мной. То есть вот я это сделала, сначала это было медленно. А потом пошло быстрое движение, у меня уже все на автомате налажено. Я встаю и на автомате беру. Это вот то же самое, вспомните, как дети, да, учатся чистить зубы, да? И ты смотришь на ребенка, и у него эта щетка не держится, и не попадает, и он так медленно делает, и весь измажется, да? И мы когда-то же так были, все это непонятно как было. А как сейчас мы чистим зубы? Мы даже не помним, чистили мы их или нет, потому что это автоматически. Мы завели в подсознание, в программу. Это настолько быстро, мы не тратим на это время. Мы включаем щетку, а сами там себе что-то калькулируем, делаем, еще добавляем, у нас идут свои планы, потому что мы четко знаем, что все это происходит автоматически. Это уже быстро. Или вот ту же машину, как вы учились водить. Вы помните этот руль, сначала держишь, весь трясешься, вот его туда-сюда двигаешь. Сейчас одной рукой не смотришь телефон, еще там еще что-то, еще можешь ответить, еще что-то съесть можешь. Все становится автоматическим. Началось быстро, появился навык. И вот так же к своей цели, когда вы будете двигаться, у вас появится навык. Но сначала это будет медленно, но постепенно, быстрее, 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 будет вкус, будет навык, будет легче. И вы будете добавлять другие шаги, которые опять непривычны, чтобы еще приблизиться к цели и их осваивать. И это будет ваше движение. Но самое главное, чтобы вы корректировали. И тогда уже у вас появится стабильность. Стабильность какая? У вас есть навыки, и уже появится стабильность в достижении цели. Стабильность, там что-то вам это уже приносит, вы уже получаете результаты какие-то трудов своих, да, что-то, какие-то удовольствия или навыки, или там вес вы потеряли, то есть начинает идти стабильность, вы делаете уже автоматически, быстро начинает появляться стабильность, идет стабильность, стабильность, а потом бах, случается что-то невероятное. В один день
может случиться какое-то невероятное чудо. Потому что, знаете, есть такой закон Паретто 20-80. Это вот ракета на старте сжигает 80% своего топлива, чтобы и выйти на орбиту 80%. А потом 20% она крутится по орбите, и все идет автоматически. Так и мы в начале, в достижении цели, мы тратим 80% своих усилий. Нам надо много-много делать, и это для нас как бы мы прилагаем много усилий, а видим 20% результата. Да? Всего столько делаю, как бы, а все мало-мало, результат как-то не сильно виден. Это вот особенно девушки, которые стройнеют, да, много-много делают, а тело вот все как-то. А потом раз, наступает переломный момент, перекидывание монады, и получается, вы уже делаете 20% усилий, а получаете 80% результата. И тут, как говорится, мне поперло 21 и 21. То есть это вот именно то, что вы своими усилиями, бытия, образ глаголящий, вы достигли такой цели, когда вы начинаете получать плоды своего труда. И вот это самое приятное, вот это уже кайф. Это вот когда танцоры начинают танцевать с кайфом, да? Это когда получает какая-то прибыль с бизнеса идет, человек уже может расслабиться. Вот оно пошло. То есть, но за этим, перед тем, знаете, как за каждым успешным человеком стоит море труда, море усилий, слез и пота, такое было, надо пройти, потому что мы меняем себя, ломаем себя, и когда ты и плачешь, и потеешь, и по-разному бывает, когда-то смеешься, то есть это разное, но это изменения, которые помогают нам пройти. И часто те же эмоции, которые застряли в нас, мы можем выпустить через слезы. Вот эта эмоция в движении, как после плача становится легче. Потому что выпустили эти застрявшие эмоции, которые там накапливались как-то. Ну вот когда случается вот это чудо, случается перелом, и вот здесь мы выходим на новый уровень. И вы представляете, как это классно, когда ты за год это сделал, а потом сидишь в конце года, анализируешь, и ты понимаешь, что ты вышел на новый уровень. Ты сравниваешь себя с той, которая была год назад. И ты понимаешь, и думаешь, Господи, какая же я молодец. Сколько я всего сделала. Как я изменилась. Как я классно прожила этот Новый год. Я научилась этому. Я сделала то. Я достигла это. Сколько усилий мне вернулось и оправдалось. И ты смотришь на себя и просто думаешь, какая молодец, я это сделала, и теперь время сделать новую цель и, может быть, замахнуться на что-то более смелое. И вы знаете, вот здесь я хочу вам сказать очень такую интересную вещь. Часто люди не могут замахнуться на что-то более смелое, потому что у них нет никакой идеи, что они не знают, что так можно. Это вы знаете, как анекдот про девочку. Да, а разве так можно? Я и не знала. Вот. Так это примерно вот так. Часто мы не идем вверх, часто мы не достигаем чего-то, потому что мы не знаем, что так можно. Мы не знаем этого, мы не видим. У нас не хватает смелости мечтать. Особенно часто это бывает, когда у тебя окружение, как я называю, кастрирующее. Оно тебя все время кастрирует. Ты там скажешь, ой, я хотела бы это, ой, ладно, что ты там придумываешь? Ой, а вот я там, ой, ладно, уже сиди давай, что ты там это? И еще вот, знаете, мне нравится, часто бывают такие уменьшительно-ласкательные, ой, ты там кляч моя бесполезная, ой, да ты вообще там непутевая, еще что-то. То есть они тебя кастрируют сразу, не дают тебе шанса, они клеймят тебя этими штампами. И поэтому я говорю, освобождайте место, ищите солнечных людей, тех, которые обратятся к вам так, что вы, ой, скажете, а разве так меня могут называть чужие люди? Это вот я пошла к одной девушке, она делала тренинг, да, и когда я к ней зашла, я сказала, здравствуйте. Она мне сказала, здравствуй, солнышко. И вот это для меня было откровением, честно говоря, я обалдела. Я не знала, что просто вот к тебе чужой человек может обратиться так, здравствуй, солнышко.
То есть она видит через себя, она солнечная, она все видит в солнечном свете, она это проецирует. И вы знаете, это стало... Я подумала, почему бы нет? Я могу быть солнышком, почему бы нет? Это чертовски приятно. И вот эти счастливые люди, солнечные, радужные, они могут давать эту энергию, они могут вас двигать, и вы поймете, боже, а ведь так же тоже можно, а можно совсем по-другому. И вот я сейчас хочу вам сказать один уникальный шанс, который я вам предлагаю. Если у вас нет какой-то идеи, если вы не знаете, что бы вы хотели, я хочу вас пригласить на уникальное событие, которое делает компания «Коралловый клуб». Я работаю в ней консультантом, но на самом деле это клуб здоровых людей. И вот это то место, где ты узнаешь, что можно совсем по-другому. Что можно жить без боли, что можно жить не стареть, что диабет лечится, что клеточки можно питать и омолаживаться, что дети могут расти здоровыми, без всяких болячек и без паразитов. Или что можно путешествовать по всему миру. Или что может быть доход безграничный и бесконечный. То есть сколько ты хочешь. То есть это клуб возможностей. И что мне нравится в этой компании, она периодически делает события, уникальные события. И вот следующее событие будет у нас в феврале. Это называется событие у нас Foresight Winter. И здесь почему именно Foresight? Потому что это люди коллективно делают взгляд в будущее. Будет рассказана политика компании, будут рассказаны новые движения компании. И больше 5000 людей со всего мира будут делиться своим опытом, уникальным. Как они изменились, как они внесли что-то новое в свою жизнь, как они сделали. То есть это настолько уникальный опыт. Я обожаю ходить на события нашей компании, потому что я каждый раз слушаю и я поражаюсь. Я думаю, неужели так можно было? А оказывается, можно. Человек взял такие идеи, человек достиг таких уникальных высот, человек изменился независимо от возраста и условий. Оказывается, так тоже можно было. И вот это я обожаю. Я вам хочу предложить воспользоваться этой возможностью, чтобы вы увидели для себя, как можно по-другому, как можно жить совсем по-другому, как можно начать мыслить совсем по-другому. И прошу вас, если кому-то интересно, пожалуйста, пишите мне в личку, я помогу вам зарегистрироваться на это событие. Значит, до 1 января цена события $19. После 1 января будет дороже немножко. Но я рекомендую сейчас вот сделать такую манифестацию в конце этого года и уже в Новый год войти с такой целью, что в моей жизни будет что-то новое. Что-то новое, что-то совсем другое. Я сделаю что-то совсем по-другому. Понимаете? И это всего лишь, скажем так, эти смешные $20. Но это просто билет в новое будущее для себя, в новую жизнь, в новый интерес. Узнать, какие бывают люди-звезды. Люди бывают звезды, люди-бриллианты. И ты слушаешь этих людей, и ты восторгаешься. Действительно, вот какие реальные герои жизни живут среди нас. Какую энергетику они несут, как они говорят, как интересуются. Вот, в принципе, что я вам хотела предложить как вариант. Не думайте, что весь разговор я вела именно к этому. Я просто вам сказала, что вы можете сделать, подготовиться к Новому году. Это я вам даю как бонус. Это для вас как возможность изменить свою жизнь и сделать что-то по-другому. И это хороший вклад. Поэтому воспользуйтесь ей, не упустите. Начните делать что-то по-другому. Я в этом году себе сделала тоже вот на Новый год, решила сделать что-то по-другому. Посмотрите вот эту мою елочку, да, маленькую. Это елочка, которая на островах растет, она в горшочке. В этом году я решила сделать по-другому. Взять такую живую елочку с корнями, украсить ее, попользоваться. А потом, когда закончится Новый год,
закончатся праздники, я эту елочку пойду и посажу где-то, найду для нее хорошее место и посажу. И я решила сделать такой приятный подарок, скажем так, себе, что у меня будет возможность поддержать нашу красивую природу. Посадить дерево. Нам всегда внушали, как это важно посадить дерево. Я вот решила посадить дерево, и с этого я начну свой год по-новому, совершенно необычная елка, обычно мы такие не делали, да, необычная елка, и уже у меня есть необычный план, я посажу дерево в самом начале года, и это дерево будет расти, а эта елочка растет очень быстро, и я на нее загадаю, скажем так, сделаю такое волшебное движение, загадаю доходы, это будет символ моих растущих доходов в моей новой компании. Вот такое волшебство я себе придумала. И я знаю, что оно будет работать. Я уже это запустила в свою нейросеть и нейросеть Вселенной. И я уже, скажем так, чувствую себя Богом. Бытия – образ глаголящий. И мой образ глаголения бытия будет такой. Я поддерживаю природу, природа поддерживает меня. Ну, а сейчас я хочу вас поздравить с Новым годом, с наступающим. Всех благ вам, шикарных новогодних праздников, любви, счастья, удовольствия. Меняйте себя. Это самое бесценное, что вы можете сделать для себя. Всех благ вам!